терпением, я постараюсь побыстрее. Знаете, последним выступать не очень просто. Почему? Потому что все сильные мысли уже сказали, которые я планировал сказать. Так что, если вы какие-то повторения услышите, знайте, что это один дух просто. И в этом слава Богу. Аминь. Небольшая шутка перед уроком. Название очень впечатляющее. Приз Вани. Хорошо, друзья. В одном здании, где проходило церковное собрание, отключили электричество. И висела такая вывеска. В связи с отсутствием энергии, служение поклонения сегодня отменяется. Это страшно, друзья. Если вдуматься в глубинный смысл этой фразы, да? Я сегодня буду проповедовать о мечтах и перспективах поклонения в малых церквях. Я сам веду малую церковь, нас где-то чуть более 30 человек. Кто здесь из присутствующих, так? Давай, ура! Энергии. У нас все продолжается. Из присутствующих представитель малой церкви, пожалуйста, поднимите руку. Аминь. Классно. Треть зала, это здорово, ну четверть. Аминь. Хорошо, друзья, на самом деле это непростая тема. Говорить о мечтах, перспектив для малых церквей. Если выступающие здесь братья, невероятно вдохновляющие, затронули самое сердце в них, говорили о первом составе поклонения, втором составе поклонения, третьем, в каждом регионе, капелла, инструменты, все дела, то в малых церквях это, слава Богу, какой-то один состав, или брат и сестра, ну или в худшем случае сестра. Вы понимали, да? Иногда и так работает. Поэтому в малых церквях больше аргументов, чтобы поклонения не было, чем чтобы поклонения было. Так, по крайней мере, сатана пытается влиять и внушать нам. У тебя нет ни возможностей, ни ресурсов, ни людей. О чем мы говорим, что мы делаем, куда мы стремимся, о чем мы мечтаем. Но, братья и сестры, я хочу вам сказать, у меня есть невероятная мечта. Чтобы в каждом городе, в каждых церквях, независимо от того, сколько там человек, Бог был прославлен невероятно. Песни звучали красивые, трогающие сердца людей. И это возможно, я могу вам сказать. Я сейчас евангелист. Но мое служение в церкви начиналось с того, что я вел пение. То есть даже сначала не вел, а просто стоял третьим с краю, там где-то в Москве. Но я невероятно люблю все, что касается песен для Бога, музыки. Я сегодня прыгал, сердце мое прыгало, и если бы еще чуть оно вошло в резонанс, то у меня сердце бы просто выпрыгнуло бы из меня. Я невероятно счастлив, когда я слышу красивую музыку. Я невероятно потрясен словами. И когда Бог работает через людей, они поют, я просто невероятно благодарен Богу. Может быть, поэтому Бог благословил многими музыкантами у нас в церкви, несмотря на ее количество. Но на самом деле все идет от желаний, мечты и, как Иван сказал, видения того, что бы ты хотел, чтобы было. Аминь, братья. Так вот, мой первый пункт такой, для малых церквей, может быть, для больших. Поклонение должно быть, братья. Это очень важно. Поклонение должно быть, друзья. Зачастую прославление и поклонение Бога является волевым действием. Это не просто как идет, так и идет. Иногда это волевое действие. Иногда это решение молиться, мечтать, хотеть, встать, запеть, учить, как махать руками, как играть на гитаре и так далее и тому подобное. Прославление должно быть. Почему? Потому что Бог достоин хвалы. И основание прославления – это не наше настроение, не наше положение, не то, что у нас есть или нет. Основание для того, что прославление должно быть в наших церквях, то, что Бог великий достоин нашей хвалы. И Он достоин был вчера,
сегодня и будет достоин завтра. И вот это основание того, что нам надо хотеть прославить Бога. Аминь, братья. В одной книге я нашел удивительный, потрясающий пример. Я никогда не думал об этом. А именно, когда у Иакова рождались 12 детей, у него родился Иуда. И Лия назвала Иуда, Иуда переводится как «хвала». И Лия сказала, когда родился Иуда: «Теперь-то я восхвалю Господа». Аминь, друзья. Я думаю, что в Ветхом Завете не случайные примеры абсолютно. Не случайные. И дело в том, что мы знаем, как Бог потом расположил свое сердце к Иуде. Расположил свое сердце к этому колену. Потому что это хвала. Бог любит, когда его прославляют. Бог любит, когда восхваляют его. Аминь, друзья. Бог решил отдать Иуде особую благословность. Как мы знаем, потом из колена Иуды появился Мессия. Аминь, друзья. Отрывки. Псалом 107, 9 стих. Иуда, скипетр мой. Замените слово «хвала». 113 Псалом, 2 стих. Иуда сделался святынею моею. Аминь, братья. Писание говорит чаще о каком-либо колене, это колене Иуды, да? Потому что это колено всегда было прославляющим Бога. Аминь, друзья. Я думаю, что Бог очень хочет, чтобы мы прославляли Его. Аминь. Матфея 14, глава 7 стих. Давайте вместе откроем. Матфея 14, глава 7 стих. Это очень простой отрывок, очень знакомый нам. Суть такая. Простите, 17 стих. 14 глава, 17 стих. Ученики сказали ему: «Все, что у нас есть с собой, это 5 хлебов и 2 рыбины». Все, что у нас есть, это 5 хлебов и 2 рыбины. Что сделал Иисус? Он взял, что есть, и начал благодарить Бога. Сказал: «Господь, спасибо тебе за то, что есть». Аминь, друзья. И все нужды были удовлетворены. Все были счастливы и все прославляли Бога. Почему? Потому что сначала идет благодарность за то, что есть. Я хочу вам открыть секрет. Все люди поют. Все. Даже мой папа поет. Поет. Все люди. Когда мы смотрим на церковь и говорим: ну тут нету. Не надо. Все люди поют. Нужно мечтать, вдохновлять, искать. Аминь, братья. Еще один отрывок. Аввакум 3 глава, 17-18 стих. Аввакум 3 глава, 17-18 стих. Хотя инжир может не вырасти на фиговых деревьях. Почему-то, да? И виноград не созреет на лозе. Хотя оливы могут не принести плодов, и поля не дать урожая. Хотя может не остаться в загоне овец и не быть скота в стойлах, я все же буду радоваться о Господе и ликовать о Спасителе моем. Аминь, братья. Обратиться хочу к братьям и сестрам, которые в малых церквях отвечают за поклонение, поют и так далее и тому подобное. О чем говорит этот отрывок? Он говорит об эмоциях. И иногда мы очень неправильно понимаем вопрос эмоциональности. Иногда мы ведем себя следующим образом: но я сегодня себя не очень хорошо чувствую, поэтому то, что я буду отдавать в поклонение, это эмоциональность. Я не хочу быть эмоциональным. Я хочу вам другую сторону показать, мое мнение. Мое мнение, что эмоциональность — это когда ты поешь, когда у тебя хорошо, и не поешь, когда у тебя нехорошо. Вот это эмоциональность, когда ты ведом своим настроением, ведом своим эмоциям. Почему я обращаюсь к малым церквям? Потому что, братья и сестры, от зависимости вашей, от ваших эмоций, зависит то, как будет проходить собрание. У нас нет второго состава. Мы должны понимать, что мы прославляем Бога, и мы не должны быть эмоциональны в том плохом понимании. Даже если у тебя там ничего не работает, машина сломалась, безработица или еще
что я лидер церкви. Это так важно церкви, братья. Аминь. Это очень важно, аминь, друзья. Второй момент. Второй момент. Аминь, брат. Если нет поклоняющихся, ну это давайте потом. Галатам, друзья, давайте откроем отрывок. Галатам 3 глава 17 стих. Галатам 3 глава 17 стих. Сразу скажу, необычный отрывок для конференции поклонений. Галатам 3 глава 17 стих. Вот что я имею в виду, говорит Павел. Закон, который появился спустя 430 лет, не мог отменить договор, ранее принятый Господом Богом. И таким образом отменить обещание. Аминь, друзья. Я очень долго ломал голову о том, где найти баланс. То есть профессионализм поклонения. Профессионализм поклонения. Я хотел выйти на сцену и сказать о том, что, знаете, друзья, мне на самом деле тяжело. Вот у нас есть ребята, которые профессионалы. Есть профессиональный звукорежиссер, есть профессиональные певцы и так далее. И я хотел выйти на сцену и говорить, знаете, мне очень тяжело с профессионалами. С ними так трудно найти общий язык, и так трудно на них повлиять, и сегодня два дня я слушаю очень качественное поклонение. Профессиональное. И я не знаю, что мне делать, что мне говорить. Потому что я понимаю профессионализм, рост в том, насколько ты качественно поклоняешься Богу, это необходимо, друзья. Необходимо. Но я понял здесь кое-что. Что из чего вытекает? Аминь, друзья. Дело в том, что поклонение никогда не вытекает из профессионализма. Но если ты поклонник Господу, поклоняешься, то твое естественное желание будет поклоняться все качественнее и качественнее, все лучше и лучше. Аминь, друзья. Ты будешь ходить там на том, чтобы поставить голос. Будешь ходить на курсы, возьмешь учителей или еще что-нибудь в этом роде. Аминь, друзья. Никогда не наоборот. Здесь он говорит, да, был закон. Это важно. Закон, который, знаете, музыкальный термин. Кто в лес, кто по дровам. Такой у нас, по крайней мере, в Голгофе есть. И закон это то, что тебя направляет. То, что тебе помогает не выйти за рамки. То, что помогает быть правильным. Но он говорит, закон не отменяет обещания. Когда мы стали поклоняться Богу, из-за чего? Из-за того, что у нас есть музыкальное образование или из-за обещания? Что-то появилось внутри нас, что так сильно мы захотели просто славить. Аминь, друзья. Потом мы стали заботиться о качестве. Закон. Но он говорит, закон не должен отменить твое желание, твое обещание между тобой и Богом. Аминь, друзья. На самом деле, я очень люблю петь. Мы вели с женой церковь в Ереване, к нам приехал Сергей в гости Кононенко. Я повез его в такое место, которое называется Герард. Герард это храм, выдолбленный в скале. Дыры в скале, огромные залы, вы представляете, какая там акустика. И мы с Сережей зашли туда, и прямо одновременно у нас родилось желание, давай петь. А там, знаете, там несколько залов, и между залом есть просто дыры такие, чтобы вот вентиляция, все дела. И в зале ниже шло богослужение там какое-то. И мы стали с Сергеем петь «Свят, свят, свят Господь Бог». Это удивительно. Просто брат снимал все это на видео. И я хочу вот что сказать. Нас так просто распирало. Два лидера церкви распирало просто, что Сергей взял меня за плечо, я взял его за плечо, и мы друг друга вели его так вот. Он меня, я его, знаете. «Свят, свят, свят Господь Бог». Так хотелось. Аминь, друзья. Я вот что хочу сказать, это обещание. Когда мы говорим, где поклонники, надо за таких молиться. Молиться за тех, кто хочет поклоняться. У кого появилось это обещание, этот договор между им и Богом. Я ввел пение на своем крещении. Брат просто не успел. Меня крестили, я вышел, и брат пока там рылся где-то, я сказал, давай ты споем. Моя любимая песня, Нет, это «Бог, я твой воин закалён». «Бог, я твой воин закалён».
и я пел, аминь. Вот этот момент. Молиться за такого человека, за человека, чтобы он появился. Мы специально искали музыкантов в Волгограде, чтобы они крестились. И мы нашли. У меня было видение, мечта, я очень долго молился, и мы сейчас играем на инструментах. Играем. Я уже делился, поклонение преобразилось. Зал как будто наполнился какой-то жизнью. Люди танцуют, улыбаются, славят Бога. Аминь, братья. Это очень важно. Это очень важно. По поводу профессионализма я все-таки скажу, что иногда тяжело, друзья. Аминь. Потому что у нас рождественская служба особенная. Я хожу, проповедь, спектакль у нас еще был, там еще что-то такое. Подходит брат, который отвечает за поклонение, говорит: Вань, у нас нет штепселя там какого-нибудь. Я говорю: брат, у меня нету штепселя. Я вообще, у меня голова о другом. И вот такая фраза, я не знаю, может быть, кто-то испытывал на себе такое. Ну все, тогда у нас ничего не будет. Я говорю: окей. Я говорю: ты мой дорогой друг. Сейчас ты выйдешь перед всем залом, перед всеми гостями и скажешь: дорогие друзья, у нас ничего не будет, потому что у меня нет штепселя. Рождественская служба или еще что-нибудь в этом роде. Я понимаю, что профессионализм имеет свою такую худшую сторону, называется максимализм, такой неуместный, друзья. Аминь. Через 10 минут брат нашел выход из ситуации. Мы должны понимать, Сергей делал очень качественный урок. Взаимодействие. Прежде всего, это отношение с Богом. Вот что я хочу сказать. Обещание. Дело в том, что хвалить могут даже камни, друзья. Библия пишет, что хвалить могут деревья, камни, скалы и так далее и тому подобное. Но поклоняться могут только те, у кого есть отношение с Богом. Давайте мы не просто будем хвалить громко, весело там и так далее, но у нас будут какие-то отношения с Богом, которые нас будут вести в поклонение, в скромности перед Богом. Аминь, братья и сестры. Это очень важно. И последний момент, друзья. Последний момент. Это вера. Вера. Для малых церквей это очень важно. Вера. Потому что на этом даже горчичное семя благодаря вере может просто вырасти невероятно важно. Я не жалею ни денег, ни сил для того, чтобы Бог был прославлен. Нужна гитара? Давайте посчитаем. Давайте гитара. Нужны микрофоны? Микрофоны. Нужно еще что-то? Ну, я не знаю, может быть, это я в теме, как бы. Но идея вот что. Верить. Небольшая группа людей делает X-кафе, снимает зал. Там у нас выступали гости, мы привели музыкальных гостей, у нас готовились ученики, Бог был прославлен. Люди занимаются Библией сейчас. Аминь. Я мечтал, инструменты, пришли люди, хотят, мечтают, Бог прославлен. Сделали первый мюзикл на Пасху, называется «У подножия креста». Я знаю, что его поставили уже, мы там где-то какой-то вообще на краю света, в Волгограде. Я знаю, что его поставили в Одессе, этот мюзикл. Я знаю, что его поставили в Екатеринбурге, уже на сайте мы вышли, там и так далее. Мы благодарны делиться, и мы благодарны, что это может послужить другим церквям. Но все началось с того, что надо верить. Аминь. Сейчас у нас мюзикл «Поток». Это потрясающе. Сестра написала его несколько лет назад. Но просто вот, ну, не доходили руки. И сейчас мы собрали особенный сбор, я спросил у церкви. Ребята, часть особенного сбора нужно посвятить вот этому проекту, поклонению, чтобы Бог был прославлен через наши таланты. Все согласились, аминь. И мы снимаем зал, все, просто договорились, дорогой, невероятно, свет, звук и так далее. Брат из Ростова-на-Дону приезжает каждые две недели к нам, чтобы репетировать, он зажегся просто. Нужно верить, и Бог будет прославлен, аминь, друзья. Мы верим, что Бог придет много гостей, мы верим, что через это люди, на самом деле, узнают такую простую, но такую важную историю о том, что нужно доверять Богу, аминь, братья. Это очень важно. И последний момент. Последний момент. Я недавно хотел показать ролик, но я на словах скажу. Недавно я в интернете нашел ролик, когда
Фабиан, французская певица, пела на своем концерте, и она не смогла запеть песню, «Je t'aime», да, называется, из-за каких-то переполняющихся ее эмоций. И она была в шоке, потому что она не смогла запеть, но весь зал пел. Все пели, она аж прям на своего продюсера смотрит, который на фортепиано там играет, она не могла поверить. Они все пели, они были просто невероятно вдохновлены. И вот это момент, к чему нам надо стремиться. Это наша мечта. Чтобы не здесь все было здорово, точно, а вот там все настолько были единственно защищены.